Отдаление от большой земли – не помеха образованию. Один из примеров – село Бязькюэль в Алекминском районе. Населенный пункт находится в 200 километрах от Алекминска. Впрочем, это не печалит юных воспитанников школы и детского сада. Как и их сверстники, они учатся. Подробности далее. История основания яслей и сада в селе Бязькюэль уходит в начало 30-х годов. 25 малышей с 5-6-месячного возраста до 5 лет оставались под присмотром Марины Михайловны Никифоровой и Анны Кузьминичны-Худаевой. Иногда ребятишки оставались ночевать, так как родители работали на сенокосе. Непростое это было время. Значительно позже сад и школу, основанную еще в 1924 году, объединяют. Сейчас воспитанники начальной школы сада живут в комфортных условиях. Малое количество детей, всего 33 ребенка, дает возможность более индивидуально подойти к каждому. А еще помогает малышам адаптироваться к школьной жизни, ведь все проходит у них на глазах. Дети, переходя в школу, адаптируются очень быстро и больших затруднений в учебе не испытывают. Значительное расстояние, отделяющее село и районный центр, конечно, создает проблемы. Не всегда хватает кадров, но те, кто приезжают, прикипают всем сердцем к первозданной красоте этого края. Я уже здесь как пустила свои корни. Здесь я вышла замуж за местного Стаева Елизара Семеновича. Трое детей уже, свое хозяйство. И строим дом, например. Население любит свою школу-сад и всегда готово помочь. Это часть большой семьи отдаленного села. Та часть, без которой уже и не мыслим уклад жизни. Поэтому утром здесь также звенит звонок, собирая старших на уроки, а малыши строят свое будущее пока из игрушечных кубиков. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.